Добрый день, друзья! С вами Сергей Котляров, и мы продолжим с вами рубрику «Народные приметы на каждый день». Ну вот завтра у нас уже 24-й, Бог дал, марта. По церковному календарю, по всем канонам, там это день Софрона. В этот день православная церковь почитает святителя Софрония, патриарха Иерусалимского. Значит, по народным приметам, в этот день пролетают зяблики и чибисы. Кстати, вот у нас на озере в конце города уже прилетели утки дикие. Ну и там нырки. В общем, уже птички, возвращается птица. Этот день очень удачен для колдовства. Ну, только же для доброго колдовства, а не для плохого. То вы скажете, что я тут черный мах какой-то, страшенный. Так, родившимся в этот день, кто вот завтра, 24 марта, у кого день рождения, родившимся в этот день овладевает страсть к путешествиям. Особенно если... дома жена замучила, прям тянет на путешествие по себе с ним. Этим людям, которые родились 24 марта, следует носить такой камень, как опал. Не упал у кого-то там, а камень есть опал. Поняли? Вот такие вот на завтра у нас народные приметы. Так что всего доброго. Кого завтра день рождения, я всех поздравляю с днем рождения. Ищите себе камень опал и вперед попутешествовать. Уже весна, уже тепло, все нормально. Пока-пока.